Привет всем, дорогие мои зрители, гости моего канала. Сегодня я буду снимать видео про один аромат от марки Roberto Cavalli. Называется Just Cavalli for Hair. Меня об этом попросила форумчанка из сайта Fragrantica.ru Елена 4363. Леночка для вас снимает это видео. Надеюсь, что вам отзыв понравится. В общем, буду я рассказывать про этот аромат. И давайте начнем с упаковки. В общем, так, упаковка довольно-таки красивая. В стиле Roberto Cavalli. Сейчас сниму слюду. В общем, цена этого аромата была 42 евро, минус 20% скидки, и заплатила всего лишь 33 евро. Можно было бы купить дешевле, но так уж получилось. В общем, у меня 30 миллилитров этого аромата. Вот такая вот упаковочка. Упаковка прям блестит, как золото, ну, в стиле Roberto Cavalli. Сейчас магазин осталось. В общем, сняла я колпачок с флакончика, потому что было сложно снять в связи с тем, что очень плотно закрывается колпачок на этом флакончике. И колпачок довольно-таки тяжеленький, нелегкий. Есть значок Roberto Cavalli, всем известный, да. Вот вы видите, ничего особенного тоже нет на этом колпачке. Ну, в общем, давайте нанесем. И послушаем, что мы здесь можем услышать. Очень резкий в начале, но сразу ощущается маршмеллоу, сладость и лесной орех. Лесной орех я слышу отчетливо на моей горячей коже. Очень резкий, это однозначно, но вы не пугайтесь, потому что потом он будет постепенно раскрываться. Но он очень долго раскрывается, долго будет держаться сладость, долго будет вот эта навязчивая сладость на вашей коже, то есть он будет очень стойким. За вами будет тянуться шлейф, и это один из ароматов, который надо осторожно наносить на вашу кожу. Один пшик для начала и не больше. Извините, не больше. Это действительно стойкость супер. Я такие ароматы люблю, но иногда я от таких ароматов устаю, и мне хочется что-то другое. Но я обожаю ароматы, которые очень стойкие, густые, насыщенные, что я прям их чувствую, как сказать, прям душу мне выворачивают изнутри вот такие ароматы. Такие ароматы редкость. Корень ириса я здесь в упор не чувствую. Мандарины где-то в середине раскрытия. Почувствовать можно. Палисандр, ну, как сказать, палисандр я тоже ощущаю, но ближе к базе, это точно. Если кто-то хочет услышать кожу в этом аромате, то этот аромат не для вас. Этот аромат более ореховый и более сладкий, орехово-сладкий, вот так скажу.
Конечно же, будут некоторые переливания, отблески других нот. Жасмин я в упор не слышу. Знаете, что еще хочу сказать? Я еще хочу сказать, что все-таки больше всего слышится маршмеллоу с лесным орехом. Но если вы хотите что-то конкретное услышать, как кожу, палисандр, жасмин, корень, ириса, мандарин, то есть будут отблески, но легкие, очень легкие, практически незаметные. Но они будут, и в этом, наверное, и есть красота данного аромата. Ни одна нота не выпирает, потому что я бы не сказала, что выпирает прям лесной орех, не сказала бы, что прям выпирает маршмеллоу, то есть если вы их чувствуете, то в паре. Гармонично сложили данную композицию, я думаю, что довольно-таки интересная, довольно-таки достойная вот эта композиция данного аромата, хотя должна заметить, что именно вот этот аромат на любителя, его надо потестить, потому что многим он может и не понравиться. То есть он имеет свою изюминку, и эту изюминку вы должны уловить, и если она вам понравилась, то вас данный аромат, конечно же, будет радовать, как меня радует. Но мне он очень понравился. Я говорю, у меня очень редко случается после первого затеста, что я бегу уже покупать аромат. У меня это очень редко случается. Когда это случается, это значит, что мне он сразу понравился, и я в нем не разочаруюсь, а наоборот, его буду все больше любить и ценить. Это мое. Это все. Ну что ж сказать, наверное, все, потому что еще говорить, надо его разнашивать побольше, чтобы что-то больше сказать и прочувствовать. А на данный момент я считаю, что этого достаточно, то есть информация в этом видео довольно-таки неплохая. На этом я буду заканчивать, я думаю, что вам понравился данный отзыв про аромат Just Cavalli For Him Gold. Если вы хотите его послушать, то поспешите, потому что он из продаж, по крайней мере, у нас в Италии пропадает. И все. Всего доброго вам, дорогие мои зрители. Я вас целую. С вами была Татьяна. Пока-пока.